Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем игрушку под названием «Сторонники тьмы» Darksiders. Всем приятного просмотра. Я себе уже кофеек сделал. Начинаем. Так, тут надо поменять. А как менять? Чтобы я мог менять вот это дело. С вот этим делом. Привязать. Так, способности. Как можно параметрах. Второй набор оружия. Тап. Один, два. Ага, тап нажимать надо, короче. Понял. Он сейчас мне задание даст, походу. Прости меня, друг. Я бы пропустил тебя, будь это в моей власти. Сделай для меня то, что сделал для моих братьев, и я не встану у тебя на пути. Должен быть другой путь. Заклятие надо снять. Тогда ты сможешь пройти. Найди, где прячутся эти существа из тени, и убей их. Не так уж сложно их найти. Постоянно какие-то, блядь, проблемы с звуком. Ну, игра старая, поэтому... Так что, если меня не будет слышно, иногда, я буду стараться, конечно, погромче говорить. Но не обессудьте. Вон, одно место. Чтоб туда попасть. Так, надо, наверное, вон туда сначала попасть. А это где-то сверху. Да все! Я не могу понять, почему на крутилку-вертелку вот эту вот не... вот, я знаю, как туда попасть. Увидел. Тихо. Застряли. Так, 4 нам надо выполнить, 4 задания. Опять. А. Такой смех устрашающий. Вы можете накапливать энергию хаоса, раня врагов. Так, чтобы перейти в хаотическую форму, нажмите удерживайте маус 4, затем нажмите... не понял. Используйте... Ага. Хорошее начало. У-ху! Началось! Бам!
Ага. Забирай меч, блин, не оставляй. Все, хана вам, ребята. Они еще подошли вплотную. Как на батуте. Все. Воу, воу, великан. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. У меня здоровья было мало. Так, надо вот этого героя использовать, когда вот эти вот большие динозавры будут выходить. Тогда только. Ну, первый, конечно, можно использовать первый раз. Во второй раз нужно подождать чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пау! Взлетели. О, ёп. Раскидал по всей арене. Ни хрена не вижу. Что происходит тут? Какие они страшные, эти ведьмы. Ой. Иди сюда. Дед великан. Что-то нет его. Я не могу столько ждать.
Вон он идет, блядь. Ой-ой-ой-ой! На тебе! Сука! Двадцать три! Еще четыре, еще чуть-чуть-чуть-чуть! Что такое? Бабах! Ой, еще один! Ой-ой-ой! Все, вам кранты, ребята. Бам. Ху. Все. Тебе есть нечто эдакое. Сука, я тебе, блядь, дам сейчас эдакое. Козлина. Еще сколько? Еще три. Да вы издеваетесь. Один где-то там. Так, один близко. Но туда надо. Угу. Так, здесь что надо делать? Нажмите маус 5, чтобы блокировать вражескую атаку. Чтобы выполнить блокирующий контрудар, поставьте блок, что... Ага, блок, короче, надо. Нанести быстрый сильный удар. А, будем учиться, блядь, сейчас блок ставить. О! А это не получилось, походу. Ай! Да я же зажимаю, нет? Давай быстрее, блядь! Сразу двоих. Нормально. Давай еще последний. Давай, давай, давай. Я вообще-то шестерых убил. Надо было засчитать. Не хотят. Ну, у меня все три, но пускай будет полный. Так.
Два готово. Еще два надо. Как туда наверх попасть? Там наверху что-то есть, но мы туда пока не можем попасть. У нас нет какой-то... типа крюка, что ли. Мы, наверное, это еще получим. Вон там. Надо забрать сначала. О, да, вот видите? Туда вот мы не можем перейти сейчас. У меня нету чем цепляться. Туда там лед. Тут этот имбалай. Там печать какая-то или что там. Туда я тоже пока не знаю, как забраться наверх. Идем пока выполним вот эти. Сделать так, чтобы уцелеть хотя бы один солдат. Сделать так, чтобы уцелел хотя бы один солдат нежити. За каждого уцелевшего солдата вы получите награду в виде душ. И я не понял. Они что, будут моими, что ли? Ясно, они мои. То есть 4 минуты. Не дается. Бабах! Держите, блядь! О! Ай-яй-яй! Взорвался собака. Ничего, мы вернули. У нас еще все еще 6. О, большой опять. Ха-ха, сука. На. Ай-яй-яй. У нас времени, блядь, чё?
Но я не буду пока вызывать этого демона, потому что... Потому. Сейчас будет, блядь, большие вылазить. Вот тут надо демона вызвать, конечно же. Бау! Большой какой-то. О, куда бежишь? А, иди сюда, иди, я тебе дам сейчас. Просто, блядь, выбирай, сука. Вот так вот. Так, у нас еще минута. Йоха, бам. Кто еще? Сука. Уа. Ой, у нас 4 осталось. Ну, у нас 17 секунд осталось. Вызываем. Паразита, вызывай. Сука, иди сюда, блядь. Не трожь мою армию. Каждый солдат, сука, на счету. Все, победили. 4 живых осталось. Из 6. Так, еще один. Не-не-не-не-не. А, бля. Сюда же сверху я упал, ну да. Так, самое главное сейчас не заблудиться. Там что-то есть. Нычка какая-то, наверное. Да, не, хера там. Так, нам надо опять наверх. Так, здесь мы вышли. Туда нам не надо. Так, это тупик. Что за глаз за мной смотрит? Так, о! Вспомнил. Как туда попасть? Ага. Ну так же, короче, иду, и потом направо надо. Ой, бляха.
Опять надо вот это вот. Ты можешь быстрее чуть бежать. Жалко, коня, блядь, нету. Или какого-нибудь транспорта там. Я не знаю. Козы. Хотя коза тут... Козел нужен большой, горный. Я пока не буду ходить к этому чудику. Потом. И чё, как туда попасть? Не пойму я. А ну-ка, карту мне покажи. Это снизу надо, что ли? Я прям там нахожусь. Ну, типа, да. Так я же был здесь. А, туда нырять надо. Ага. Ну, какой я умный. Ну, правда, я не знаю. А, да-да-да, вот-вот-вот. Я уже вижу его. Что на этот раз интересно мне? О, мир боли. Убить кто-то такой, я понял. Иди сюда! Один есть. Вот так за двоих. А нет. Еще машины давайте мне. Пять. Эй, испортил машину. Двоих сразу. Девять. Еще шесть. Сука, никак не уймется, а?
Сколько их тут? Нихера себе. Да бери ты, на, сука. Еще два. Ааа, осталось. Секунды. 8 секунд. А, успел. Фу. Так не хотелось повторять, это пиздец какой. Нет. Неистовство, восстановить часть энергии ярости. Вот это мне понравилось. Можешь повторить? Нет, спасибо, сам можешь повторить. Ныряем. Да. Чё такое? Торопишься куда-то? Давай, чё ты застрял? А тот в тот раз нажал, и не слышно было рога. Скоро мы будем свободны. Может, хватит смотреть-то на его зад? Отвернись уже, еб твой. Можете отсебаться отсюда, а? Так, где это я? Угу. Нырни. Хотя это нам ничего не дает. Значит, нам туда. Так, придется нырять. Сначала туда надо. Ныряй. Ух, электрические. Так. Ага, туда не долетим. А туда больно будет падать. Что такое? Что было? А, это бомбы! Ага. Черепушки какие-то. Так, это бомбы были. Что-то я не заметил, честно. Все, уже нету их. Так, трос. А куда ты, ну, блядь, дебилушка? На трос, что ты не прыгаешь на трос? Вот ты, господи, слава богу. Вон бомба еще. А их можно этим же. Их же можно этим. Чё ты? Эй, блядь, сука, долбоёб. Угу, 4 из 10.
Так. Два. Все? Нету их? А теперь вот так вот. Футбол. Подожди, сюда и сюда. А, тут этот хрен. Но мне пока не нужен. Да ничем пока не... Ты мне не поможешь. Что вы тут стали и орете? Негде больше? Ну это походу порталы какие-то. Нет, я думал, нычка может какая. Нырять надо. Блять, эти вороны. Упс, здоровье дают. Фига себе. Че это, молот какой-то? О, ага, подыми, блядь. О, да хватит уже! Чего ты дожидаешься? Если твои руки тебе вообще дороги, лучше не лапать ничего, что тебе не принадлежит. Улетел. Ультейн, ты меня знаешь, а вот я тебя почему-то нет. Нифига, у него башка какая большая. Особенно незваных. Возможно, не так важно, кто ты, важно, чего ты хочешь. Я пришел за черным молотом. Да ну, правда? Ладно, можешь попробовать еще разок. Но потом тебе лучше не попадаться мне на глаза. Это ты. Что еще? Черный молот. Это ты. Тебе же хуже. Позволь, открою тебе секрет, мальчишка. Тот молот, что лежит на земле, намного полегче будет. А, ему похуй. Бесполезен. Должен быть другой путь. А ты на него разозлись. Стать большим и красным, а вдруг поможет? Да я знаю, а ты отъебись нахуй. На, сука. Ровно 100 лет. С того дня, как мы лишились Абадона, я ждала этого мгновения. За твои грехи тебя надо бы судить в Граде Света. Увы, пока этот мир отягощен разрушителем, врата небес для нас закрыты. Но правосудие не может ждать. Я покараю тебя здесь и сейчас! Нифига. Судья подождет, пока мы тут не закончим, девонька. Вообще не стоит кидаться в заварушку, до которой вам нет дела. Ну, идите прочь, голубки, пока я вас не ощипал. Хульник, это ты избрал себе союзников в войне, до которой тебе нет дела. Ага, обосрешься. Позволь, я попробую. Еблый сейчас как. Раздавил, что ли? Улетел. Вот
что бывает с теми, кто лапает чужое. На твоем месте я бы пригнулся. Тихо, тихо, успокойся. Тут счет ведем, что ли, походу? Семь четыре. Я надеюсь, что этот древний знает, что делает. Мы здесь ради сердца плакальщицы, помнишь? Помню я, не переживай. У меня память хорошая. Ой, спасибо большое, ваше величество. Закрывай давай. Че расскажешь мне сейчас? А, это мне надо идти вперед. О, да. А, то есть получается еще битва еще не закончена. Тут я, тут он. Девять пять. А-а-а! Ясно. Сука, обманул меня. Хороший молоток у него. Птички. Да не на него! Сейчас взорвется. Тебе помочь? Ладно. Сам. Сам разберется. Как раз вот эта шняга здесь бесполезна. И что ты сделал? Тор, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Так куда ты? Птички. Двоих сразу. На. А он пускай разбирается с ним. Так, 15-10. Ой, спасибо. Выкинул меня как
снаряд. Ой. Да-да. Да куда ты? Может, откроешь уже, а? Ух ты, так, тут, походу, ничего интересного нету. Бабах! Ой-ой-ой-ой-ой. Бабах! Гори! Стой там! Молодец! Как ты можешь? А, пушку бери. Ух ты! Искупление, что пристрелил, ага. Бау! Чё не пойму? И чё, как мне его таскать здесь? Не пойму. Давай, выходим сюда. А, я сейчас буду кругаля идти, да? Какая неудобная. Да-да-да, вот я собираю. А, не, пускай он сам там разбирается. Бабах. Ни хера не понимаю, как тут. Спрятался, блин.
Сколько еще их здесь будет? Ой, спасибо тебе большое. Да, может, одно и то же, хватит повторять тебе-то. Перья, да перья, собирай, раз нужны. Пошли вон, голубки! Пошли вон, голубки! Угу, мне туда надо. Ой ты! Ты чё? Ладно, оставь его. Ну, конечно, а чё бы нет-то? Упс, там что-то хорошее. Вижу. Что ты мне дашь? О-о-о, сколок ярости у нас сейчас. Третий. Так. Куда мне? Да подожди ты. Че не видишь, я ништяк взял? Подожди. Конец света, это такое дело, знаешь. Никуда не убежит от нас. Так, мне туда надо, да, прыгать? Я думал, он будет летать до конца. Как он меня обозвал? Там что-то еще есть. А, я туда не доберусь. Да подожди ты, ёб твою. Заладил и заладил. Чё там? Вот бы мне так уметь. Ой, спасибо. А у меня полные. А нет, не полный. Да я здесь. Ну да, может стать 2-1. Увеличивается скорость набора опыта при использовании оружия, броня становится прочнее. И куда его приделать? Типа сюда, что ли? Нет. Это пассивка, что ли? Меч косе. Прикольно, чё. Ну, чего же ты ждёшь? Ты никуда не уйдёшь, Саня. Тебе не скрыться. Я там шута. Да я никуда и не, как бы, не торопился. Ой-ой-ой-ой-ой. Представлять, как ты её убьёшь. И с удовольствием посмотрю, как ты это сделаешь. Мечом. Уходим.
Ага. Не. Тихо, 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 успокойся. Ага. На тебе, вот это, видала? Да, я недооцениваю тебя, да. Впечатлена? Может, ты на самом деле тот, кем назвался? Пернатые выглядели уверенно, а я все равно не верю. Давай опять с чего начинали. Здесь ты меня знаешь, что? Я тебя не... Логово. Потому что встали у двери, блин, и негде больше места не нашли. Пришлось запечатать, чтобы все спорить выходы, чтобы и орать. Не дать ее деткам выбраться наружу. Мелкие твари все время лезли без спроса, лапали чужие вещи. Я тот, кем называюсь. Фу. Давай, убей плакальщицу. Если выберешься целым обратно из ее норы, то я тебе поверю. Тогда обещаю, мы поговорим с тобой. Но теперь проваливай, пока не налетели еще голуби, норовящие нагадить мне на голову. Ничего нету, ничего. Пусто. Ну что, значит вниз. Да, но я еще буду спускаться. Где чижик? Он мне нужен. Пустоты. Нет. Так, там что-то есть. Да, не могу понять, что именно. Какая-то пушка. Ух ты, плакальщица! Да. А он меня сейчас так убьет, блядь. Почему все такие жуткие? Думаю, тебе удалось разозлить ее. Давай найдем ее и доведем дело до конца. И в этот раз не валяй, дурака! А ты заебал уже всех, на. Угу. Туда наверх. А, и налево или направо?
Так, тут закрыто. Но что-то тут есть. Пад-п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 ад. Так. Так, пока мы это дело ломать не можем. Ну, получается, сейчас направо. Вот там что-то есть, видел. Краем глаза. Жизнь. Подожди-ка, подожди. У нас еще... А, нет, не туда. Заполнено. Тут два, тут один. И вот здесь вот что? А, это надо покупать. Угу. Тут третий еще будет какой-то, что-то третье будет. Угу. Да не тряси ты камерой. Падай. Че это такое? Так, не вижу я их сейчас. Что мне тут сделать надо? Тут красным я вижу. Угу. Отойди отсюда. Так, это где? Вот. Нырять надо, походу. Так, тут тупик. Тоже тупик. Тогда куда нам? Не пойму я пока. Чтобы не мешали здесь мне. Ну, я
пока ничего здесь не вижу. Как хорошо, что ему воздуха не надо. Так, ясно. Решение где-то здесь находится. Вон трос. Вон трос. Но как туда попасть? Ясно, я думал, по ним можно подняться. Может, я рано спрыгнул? Я фиг его поймешь. Да. Будет хреновато, если я раньше рано спрыгнул. Так, что же сделать-то, а? Ну не может же быть, что тут... Подняться наверх ниоткуда. Не пойму. А, вот оно. Эй. Огонек появился. Теперь огонек надо перекинуть туда. Как я понял. А быстрее чуть-чуть. Нет, не достает отсюда. Не, надо как-то по-другому, да. Понятно. Надо сюда. Не-не-не, положи.
Так, далековато. Спасибо. Чё это такое было? Да ладно, это мелочь. Там рыбёшки. Да отпусти ты. А туда как? С другой стороны, походу, да? Не ясно. Но, походу, вон оттуда. Тут до воды далеко, наверное, да? Просто я, если упаду, тут непонятно, где вода. Близко она или далеко? Мне кажется, она глубоко. Вон там аж. А потом как подняться сюда? Ага, типа вот так. Так, ну я туда не допрыгну отсюда. Вот по-любому с другой стороны. Ну и ладно. Там, наверное... блять. Там полюбас, наверное, отношение имеет к броне. Так, отсюда нет, не пройти. Другого прохода здесь нету. Ну ладно. Надеюсь, что мы сюда еще вернемся когда-нибудь. Ну, если нет, нет, что делаешь? Да ладно. Ух ты. Ух ты. Да не туда! Ой, дурачок, блядь. Не попадает что-то он. Вон, наверху открыто. Но... не для меня. Ну да. Ух ты. Нифига они меня это дубасят. Еще один, да, конечно.
Ну привет. Да. Так, водички не просто так там. Нырять надо будет. Угу. У меня ключа нету. Закрывает слаз глаз. Ха-ха. Ржет над тобой. Ныряй. И ничего не понятно. Что еще? Там еще глубже. Ты там чё, яд что ли? И сюда выход. А тут походу яд. Осколки. Так, что ты мне дашь? Ага. Только вы запомни, где это. Опс. Жнец. Ускоряет сбор душ с убитых противников. Вот тут остановился он вроде. Опс, ключ, хорошо. Сейчас бы найти обратную дорогу домой. А, вот, нашли. Сейчас, одну секунду, очень маленькую секунду. Миг. Чё, пойдем? О, а это что нам даст? Что-то нам даст. Что-то нам даст, что-то нам даст. Так, жизнь пополнили. Что это? Какая-то перчатка. Еще больше стало, да? Бабах! Угу. Рукавица землетрясения. Латная рукавица, спускающая ударные волны при использовании. Чтобы зарядить рукавицу, нажмите и удерживайте
Я понял. Понял. Но пока мне рукавица нужна. Кто ты такой? Ай-яй-яй! Все, кирдык тебе. Что происходит, блядь? Ну хана вам. Еще. Ай-яй-яй! Ну держитесь теперь. Все, перебороли. Так, то там мы брали, там к нам ключ где-то. Походу это-то надо, да. Бабах, да-да. Нам же показали. Тут ключ. Хорошо. Так, больше некуда там, да? Да тут вроде нет. Оно не лезет. Ну там, я думаю, нам сейчас больше перчатки пригодится. У нас везде будут вот эти вот штуки, которые надо разбивать. Что это такое? А, их можно бить. А что-то они нам дают? А, вроде ничего. Души там мелочь дают и все. Беги, беги. Вот
Ярость, что ли? Шоковый удар. Чтобы толкнуть взятый предмет при помощи рукавицы, замедлить трясение, нажмите и удерживайте. Бау! Так, я понял. Его надо... Походу, да. Надо его в эту сторону. Правда, я не знаю почему, но мне такое кажется, что надо его забрать. Толкай. Отпусти. Бау. Я понял, его вот надо отпустить чуть-чуть. Вот так, да. Да давай. Хорошо, еще один нашли. Я понял тебя. Ну вот так вот. Только я не пойму. Нет, и чё? Да куда ты спрыгиваешь? Не пойму. Мне же надо, чтобы еще выше встали. А как это сделать?
Ну он еще ниже, блядь. Да-да. Попробую так. А-а-а! Дурында, блядь. Я думал, его наверх надо. А нам надо встать на него и... Бывает, что поделаешь. Так, подожди, нам туда не долететь. А там, да, туда и бесполезно лететь. Там ничего нету. Крылышки оторвали. Иди сюда. Упс, упс, упс. Снова тебя обыграла, но сдаваться все равно нельзя. Угу. В смысле обыграла? Так, подожди, мы тут уже были, да? Ну да. И в чем соль? А, соль вот в чем. Теперь-то мы можем в ту сторону перейти. Оу, оу, куда? Ага.
О! Карта. Лучше бы доспехи мне дали бы. Эта карта так нужна. Бах! Нифига он. Сил немерено. И чё? Подожди, подожди. Мне же надо наверх допрыгнуть. А, мне туда поезд надо. Да. Понял, сейчас обратно его надо. Фу, блин. Назад заезжай. Ну чё поделаешь, так оно. Всё. Оставь так. Молодец. Теперь нам надо наверх. Уходи отсюда. Это потяжелее будет, да. У-у-у. Танцуем. Тамам. Все. Отпусти. Теперь надо наверх. Да это я уже понял.
Это куда? И чё? Не, нам сюда не надо. Нам дальше надо. Так, мы сюда пришли вообще-то. А мы сейчас идем обратно? А зачем? Да-да-да. У нас же не было перчатки этой. Тихо-тихо-тихо-тихо, успокойся. Ой, да что с тобой? Застревает, бывает. Ух ты! Нифига! Да ты... Иди сюда, красавица. Еще? Еще одна. Выходишь и дверь не закрываешь. Почему? Вот и пригодилась перчаточка. Так, как нам тут быть?
Что-то я не пойму. А отсюда как-то, да, выбраться? Потому что я смотрю, что здесь нам пока не сделать нечего. Интересно. Да бляха. Ёб твою налево. Вон там кто-то ходит. Да-да-да. Что-то у меня жизни нету. Обратно идем. Да ты чё, дурак? Нам тут ключ нужен. Так, не цепляется.
Что там внизу? Ничего нету. Как это так? Странно. А зачем тогда ты тут сюда спрыгнул? То есть тут ничего нету. Да, вверх давай, прыгай. Угу. Туда я не долечу, это надо откуда-то еще выше. Это надо воду выше поднять. Угу. Понял. Там мне надо будет разбить. А где мне его? А вот он. Мелкие вроде, а здоровье забираю только так. Все, горим. Угу.
И... А, вот так. Бах. Вот она. И где я? Понятно. Вы чё, ребята? Уже хорошо. Хоть сохранился. Кофеёк сделаешь мне? Пол кофе. Ну, пожалуйста. Ты мне обещала. Ну, пожалуйста. Вон чашка. Смотри. Ну, пол кофе, пожалуйста. Ну-ну, смотри, смотри. Я разозлюсь. И куда мы пришли? Не смотри, не подавись. Обманули, типа, да? Еще один. Конечно, мне одного, блядь, мало. Еще давайте, еще. Мне этих великанов мало. Все, вам хана, ребята.
Так, отсюда вроде пришел. Ведьма. Ой-ой-ой. Так, тут надо нырять. Так, куда мы пришли с тобой? Воду надо пустить полюбас, наверное. И все? И куда дальше? Эй, блядь, гоблин. Цепляйся. А, что-то не хочет цепляться он. И куда дальше нам? А, нам обратно, откуда вода вышла. Понятно. Ну или почти понятно. Так, не, не сюда. Так. И не сюда. Ну, походу, сюда, да. И? А, вот. Понял. О. Еще ярость. Ну хорошо. Ой, бляха. Ну уже ближе, да. Мясорубка. Да куда ты? Не успел, не успел.
Так, и где мы? Ух ты! Что-то он нас, или это она, отбрасывает. Я понял. Да давай, охладись уже. Не, не успеем. Ладно, пойдем. Блядина. Да. Ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что творит? Обратно, собака. Нашли мы твое сердце, да? Чё ты? Злится. Мы сейчас по одной выщипаем, ничего страшного. Ой, спасибо. Сейчас.
Бам! А, не-не-не-не! Да не страшно, это здоровье, ты чё? Я даже их не боюсь. На. Иди сюда. А, видишь, как мне нравится вообще. Только мне надо отойти от лазера. Ага, иди сюда. Бау! А, обратно, давай, давай, обратно. Сейчас в футбол будем играть. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, успокоился? Бабах! Все, привет! Хана тебе! По ногам, правильно. По клещням. Еще одно сердце. Ок, хорошо, спасибо. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. А сейчас отнесем эту штуку самой. Бабах. Да, с возвращением, всадник. Кстати, мог бы и постучать, но это не в твоем духе, похоже. Зачем ты здесь? Странный вопрос для того, кто только что вломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультейн? Всадник, у меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Ух ты! Ух ты! Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просил о помощи, я помог. Если будешь неблагодарным, я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка? В
Вовсе не смерти тебе стоит бояться. О, умиротворитель. Поплаваем. Давно не плавали. Так, дальше мы не идем. Рад снова видеть тебя в саду. Да я уже ухожу. Ничего себе, мы уже такие двери открываем. Так, ну мы там были, мы туда ходили. С ним вот. Ну да. Потом вот туда мы не ходили. Нет, мы кругали, а ходили. Тут мы ж с этой... с ангелшей дрались тут. Вроде бы. Да. Это я возвращаюсь тебя в обратно, что ли? Так там же был этот лед. Нехорошо. Не-не-не. Надо возвращаться обратно, ну нафиг. Блин, ты так медленно бегаешь. Ты не устал ходить? Че, ракет, что ли, для тебя какой-нибудь соорудить? Так, надо понять, где мы не были. Это надо в эту сторону пойти. Так, и так. Ну там нам дорогу. Люба что-то пропустили здесь. Так что я один раз посмотрю. Одним глазком.
А отсюда мы не спрыгнем, дружочек. Опс. Крутяк. Мдара. Да. Понятно. Все с вами ясно. Просто вернулся. А зачем? Бывает. Так. Вот сюда мне показывает. А я ваше все могу. Ага. Главное опять не запутаться. Так, туда нам не надо. Так, два сердца уже есть у нас. Второй. Сейчас отнесем. Угу. Вот сюда надо зайти. Обязательно. Не, мне это не надо. Адская бритва. Соответственно, так, так, полет мастера, фломастера. Да, не, вообще не надо это. Надо попробовать. Серия рикошетов. Покажи мне змеиные норы. Да. Так будет просто быстрее. Коса у нас, конечно, чуть-чуть другая изменилась. Но я думаю...
Ну да. Хорошая шутка. Чего тебе? Все, идем, сердце отдадим. И на сегодня мы заканчиваем. И как, ты доволен собой? Война и черный молот ощипывают голубей. Из тюрьмы ты умудряешься многое видеть, Самаэль. Ты немногое сможешь укрыть от меня, всадник. Потому видит ум, а не глаза. Что тебе известно про ангела Уриил? О, а я-то думал, что всадники выше таких земных страстей. Она думает, будто я убил Авадона. Воины небес боготворили своего предводителя. Уриил же. Я бы сказал, что ее восхищение носило менее профессиональный характер. Она готова на все, чтобы покарать виновного в его смерти. Я сражался с демоном, убившим Авадона, и он обретет свою кару. Страга, сильнейший из приближенных. Конечно, ты еще столкнешься с ним. Он получает силу от цитадели и не станет отходить от нее надолго. Зная то, чему я научил тебя, ты можешь даже пережить вашу встречу. Чье сердце теперь тебе нужно, демон? Сердце Стигийца, короля древних червей, заполонивших пепельные земли. Черви очень быстро плодятся в столь плодородной почве. Плодородной? Плодородной от мертвечины. Все вокруг покрыто прахом погибших на войне. Может, тебе повезет. Безмозглые демоны ловят червей ради забавы, но порой охотятся и на других созданий. Сильнейших из них потом заставляют сражаться друг с другом на арене. Демоны пытаются обуздать Стигийца. Они не знают, что в огромном теле чудовища бьется черное сердце приближенного. Как же демоны избегают пепельных червей? Тебе известно про хроносферы? Один из даров древних. Говорят, что владеющий хроносферой может управлять временем. Он может остановить его, ускорить или даже обратить вспять. Верно. Старых мастеров уже нет. Но демоны могут использовать хроносферы, пускай и не столь искусно. Я передам тебе знания о хроносферах. Не все, но его, возможно, хватит, чтобы справиться с пепельными червями. Возможно? Возможно, нет. Разве можно быть в чем-то уверенным, всадник? Ну, кроме как в нашем уговоре. Хрономант. Теперь война может использовать хроносферу, чтобы ненадолго замедлить течение времени. И как? Ну, это мы, конечно, узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо. И всем пока.
Здорово. И пока. Ну да, я правильно иду. Вот туда надо мне. Все.